подмосковном Ногинске произошел взрыв газа в многоэтажке. Два человека погибли. По данным Минздрава, еще 9 пострадали. Среди них есть дети. Газовый баллон взорвался в квартире на 3-м этаже, где проживала многодетная семья. Волна ударила по нескольким этажам. Из дома эвакуировали порядка 200 человек. Вокруг строения разбросаны обломки, задеты припаркованные рядом машины. Спасатели сообщили, что под завалами могут оставаться люди. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Рассматриваются две версии произошедшего.